Для иммобилизации плечевого сустава при переломах ключицы и плечевой кости наиболее часто используется повязка Дезо. Она может быть выполнена марлевым бинтом или гипсовой повязкой. Перед наложением повязки необходимо подложить мягкий валик в подмышечную область для предупреждения травматического плексита. Первый тур циркулярный, фиксирующий поврежденную руку к туловищу. Последующие туры функциональные, фиксируют руку в заданном положении. Критерием правильности наложения повязки является образование двух прямоугольных треугольников спереди и двух прямоугольных треугольников сзади.